В общем, на 14-м году жизни отвалился фланец глушителя. Сейчас залезем под машину. Я вам покажу. Значит, 2 года назад я менял на двигателе, где приемная труба. Ну там без проблем все отломилось. Болгаркой почистил, подрезал, все поставил, все отлично. Вот, сегодня дал немножко коксу. Вот. Ну, примерно, не будем говорить до скольких километров, но почти до упору. Вот, дорога была свободна. И, собственно говоря, это и привело к тому, что задний фланец не выдержал. То есть он бы отвалился там через месяц, наверное, через два. Но здесь была дополнительная, видимо, нагрузка. Объехал я две мастерские. Да, две мастерские. Так, где у меня баночка? Волшебная баночка. Волшебной баночкой, где у меня тут есть пружинки, уплотнители, то есть я подготовился к этой беде, вот, но не совсем так, как надо, видимо, потому что отломилось там намного больше. И, в общем, друзья мои, что я могу сказать, никто делать ничего не хочет, потому что давайте нам фланец, давайте нам это, давайте заменим трубу, надо заказывать и так далее. В общем, начинаю я плакать по нашим автосервисам. Бедные люди, которые не могут делать сами руками что-то, ремонтировать, обращаются в автосервисы. Вот, я жутко сочувствую. Или мне сегодня не повезло. Значит, вот так это все выглядит. Да, мне примотали проволокой. Прогресс. То есть, да, мне примотали проволокой, чтобы не гремело. Значит, что самое отвратительное, труба выхлопом бьет в кузов, а это плохо. Вот, поэтому, ну, поэтому вот так вот. Значит, отломилось вот именно здесь, на этой трубе. Труба вся прям идеальная. Вот, потому что я иногда мазал графиткой прям всю трубу, то есть все замечательно. Вот, отгнило именно вот здесь. Значит, что я буду делать? Ну, наверное, буду делать все сам. Вот. Сделаю какой-то обжим, пластину, вот, наподобие вот этой. Только обжимную приварю, ушки такие, вот сюда так, чтобы они торчали. Ну и стяну, наверное. Вот. Ничего варить не буду, скорее всего. Все, потому что здесь, видите, остался поясок, за который пластина дальше не проскочит. Посмотрю, а может и приварю. Вот. Сварка есть. В принципе, здесь электродом, да, можно электродом, посмотрю, может, все сниму, всю трубу, в общем, будет видно. Единственное, что отпуск заканчивается, и как бы вот такая вот неприятность случилась. Здесь тоже сама труба в замечательном состоянии. В общем, короче, сейчас я убираю проволоку, разбираюсь в конструкции, вот, потому что, честно говоря, не очень ее изучил, как все это крепилось, вот, или в интернете посмотрю сейчас схему. И, наверное, буду что-то думать. Вот, потому что у меня 2 дня, я еще буду на даче. И, в общем, надо как-то что-то изобразить. В общем, я еще раз говорю, что вот на 14-й год случилась вот такая оказия. Хотя, опять же, этот узел я постоянно мазал. То есть, видите, он пусал здесь, там, да чего только нет. Вот, но все равно все это выгорало и в итоге отгорело. Вот, а видео о том, что, вот, говорю, 2 автосервиса объехал. И везде разводит руками. То есть никто делать ничего не хочет. То есть готовят, хотят поставить готовую деталь и взять за эти деньги. За это деньги. Ну, может быть, это и правильно сейчас уже. То есть сейчас никто руками ничего и головой делать не хотят. Будем заниматься сами. Все, спасибо.